А это то самое платье Мадонны, в котором она снялась для обложки диска Like a Virgin в 1984 году. Я бы его с удовольствием примерила на себя. Да, размерчик подойдет. Кстати, моего, да. И сразу замуж. Окей. Первый раз в Америке уже за, наверное, за 6 дней я получаю удовольствие от еды. Правда, конечно, эта еда не полезная для организма, но все же. Мы заказали себе, Викторовичу, себе бюргеры, легендарные бюргеры Hard Rock Cafe. Я себе взяла бюргер, как он называется? Барбекю с чем? Барбекю, да. Кайф, просто кайф. Есть и мясо, есть и овощи, и жареная картошечка, я ее обожаю. А у вас примерно то же самое? Замечательно, мы посидели в Hard Rock Cafe, а это вот наш друг, новый друг Лу, который хочет сказать пару слов. Hi, my name is Lou. Welcome to the Hard Rock Cafe and hello to Moldova. Привет, сегодня в Universal мы приехали на метро. Столкнулись с одной девушкой, очень интересной. И я как раз таки сказала Сергею Викторовичу, было бы интересно посмотреть на выражение лица наших кишиневских жителей при виде такой девушки.